Нижегородский «Старт» провел первый домашний матч в 2021 году. К сожалению, для команды Андрея Бегунова игра против архангельского «Водника» получилась крайне неудачной. Уже на 8-й минуте матча Артем Шаховцов выводит гостей вперед, а спустя половину тайма «Водник» забивает еще 4 мяча с разницей в 2 минуты. Дублем отметились Артем Шаховцов и Евгений Дергаев. Также отличился Максим Анциферов. «Старт» смог прийти в себя только во втором тайме. Появилась и защита, и даже получилось отквитать один мяч. На 56-й минуте Сергей Даданов забивает, как позже окажется, единственный мяч нижегородцев. На 88-й минуте шанс забить был у Максима Ширяева. Судья указал на 12-метровый, но голкипер «Водника» отразил удар. Итоговые 1-5, «Старт» уступает. К слову, в этом матче не приняли участие несколько игроков основы нижегородцев, в том числе капитан Денис Катков. Надеемся, что хоккеисты «Старта» смогут восстановиться к следующей игре, которая состоится 23 января в Нижнем Новгороде. На стадионе «Труд» «Старт» сыграет против «Мурмана». Владимир Смирнов, Артемий Катков. Время новостей.